Сбить сосульки, вскрыть двери, убрать сугробы или обрезать деревья. Эти и другие проблемы теперь можно решить, обратившись в службу спасения по номеру 1302. Предприятие предлагает заключить индивидуальный договор с квартирами. Об этом подробнее в следующем репортаже. Спасатель Сергей Волков на службе уже 10 лет. Считает свой труд благородным и в некоторой степени опасным. Он один из участников команды профессионалов службы спасения 1302. Я думаю, что службы спасения, как бы спасатели всегда делают хорошие дела, как бы для людей. Они всегда рады нас видеть. Ну, как бы я считаю, спасатели — это призвание, как бы, и они самые, что есть в Караганде. С августа прошлого года в Караганде действует новая служба спасения. Она заботится о жизни и здоровье карагандинцев, а также о сохранности имущества горожан. Служба спасения, здравствуйте. Что у вас случилось? Вскрыть захлопнувшуюся дверь в квартире, автомобиле и даже сейфа – такие обращения чаще всего поступают к спасателям. В зимний период сбить сосульки, снять снежные наносы с карнизов зданий или отогреть машину, а летом спилить сухие ветки с деревьев. Мы еще работаем по регионам. Мы подписываем документы с Актау, с Абаем, Шахтинском, Шаханом, Саранью. Будем работать больше по регионам. Ну так, естественно, будем оказывать услуги и по городу. Служба спасения 1302 работает и на договорной основе. Абонентская плата составляет 70 тенге в месяц. Заключить индивидуальное соглашение могут жители Караганды и городов-спутников. Владельцы квартир, КСК, предприятия после подписания договора пользуются услугами целый год. Кто хочет подключить наши услуги и платить 70 тенге ежемесячно абонентскую плату, то есть и пользоваться нашими услугами бесплатно, на основании публичного договора они заполняют заявление и их вносят в графу, получается, квитанции. И они платят ежемесячно 70 тенге. Связаться со службой спасения можно как по телефону, так и по WhatsApp. Их личная страница есть во всех соцсетях. Анисия Билова, Арман Бектубаев, Наталья Заяц, 5-й канал.